Анатолий Эдуардович. Мы рады вас приветствовать, все на позитиве, с улыбками, несмотря на ситуацию в мире. Нам это все равно, потому что мы идем вперед. Прежде всего, позвольте выразить признательность за возможность рядом и вместе с вами участвовать в одном из самых интересных технических проектов современности. Есть такое выражение, что не всем открывается сокровищница с большими идеями. Вам она открылась, и я желаю, чтобы она никогда не закрывалась. Хочется вам сказать большое спасибо за то, что вы делаете, за вашу работу, за ваш труд, за вашу энергию, за то, что вы делаете для нас. За то, что вы всегда держите обещания, помогаете нам своими идеями, вдохновляете для новых проектов. На вас можно и нужно равняться. Вы талантливый инженер-изобретатель, требовательный руководитель. Вы человек, который, несмотря на все невзгоды, продолжает свой путь к успеху. Мы понимаем, сколько вам сил, сколько вам энергии стоит поддерживать все в таком состоянии, в котором оно находится сейчас. Замечательно и приятно работать с вами рука об руку и те достижения и те начинания ваши претворять в жизнь. В этот день хочется пожелать вам простых, но самых главных ценностей в этой жизни. А именно, в первую очередь, крепкого сибирского здоровья и долголетия. Чтобы в этой книге жизни было еще очень-очень много страничек. Чтобы все, что вы хотели, что планировали, что, о чем вы думали и мечтали, чтобы на этих страничках было прописано. Пусть ваша жизнь будет наполнена крупными и мелкими радостями, а рядом всегда будут люди, которые вам дороги, и команда, с которой легко и надежно двигаться вперед. Желаем, чтобы в будущем, в скором будущем, наши юнибусы, юникары бороздили просторы Вселенной. И Марс был бы тоже наш. Чтобы возникающие сложности поддерживали вас в тонусе, а непреодолимые препятствия обходили стороной. Уюта в доме и благополучия в семье. Побольше энтузиазма, величайших достижений. Чтобы вы нас радовали своими мыслями и идеями. Удачи в ваших начинаниях, в делах, чтобы она всегда сопутствовала вам. Пусть это солнечное весеннее настроение дает вам больше энергии для осуществления всего задуманного. Непрерывных идей, как потоки данных в наших локальных сетях. Желаем, чтобы вас окружали только настоящие люди. И пусть осуществляются новые планы и задумки. Бесконечного позитива, ярких искренних улыбок, много-много смеха вокруг. И чтобы все ваши глобальные идеи во благо человечества были реализованы и принесли в этот мир счастье и светлое будущее. С днем рождения вас! С днем рождения вас! С днем рождения, генеральный! С днем рождения вас! Юницкий такой молодой, и наш юникар впереди. Ура!